День добрый, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на июль 2022 года для близнецов. Как и принято, начинаем начинать. А потому желаю вам приятного просмотра. И перед самим просмотром хотел бы попросить вас поддержать мой канал, если вам не трудно, конечно же. Ну а мы начинаем. Поехали! Итак, разберемся, что же обещает июль в 2022 году близнецам. Начнем с того, что постарайтесь жить настоящим, перестаньте беспокоиться о будущем или прошлом, пользуйтесь текущим моментом и цените возможности, которые у вас есть сейчас, именно сейчас. В июле близнецы смогут достичь больших успехов в личной жизни, а потому звезды советуют обратить внимание на партнера, сблизиться с понравившимся человеком или обсудить дальнейшие планы с ним, если он уже есть. Середина лета — это, все-таки знаете ли, крайне удачное время для перемен и покупки жилья, обратите на это внимание. Итак, любовь всегда привлекает близнецов яркими эмоциями и переживаниями, позитивом и глубокой связью с чувствами, настоящими впечатлениями. Поэтому представители этого знака придают большое значение отношениям с противоположным полом и стараются налаживать связи как с друзьями, так и с потенциальными партнерами. Поверьте, в июле вы будете очень успешны в любых начинаниях на личном фронте. Появится возможность пригласить на свидание любимого человека, восстановить отношения или поддержать их на расстоянии, если вы уж сильно далеки друг от друга. Близнецы потратят много сил на личную жизнь и карьеру, а потому под конец месяца ощутят слабость, опустошение. Ну и чтобы в итоге избежать всего этого, постарайтесь рационально распределять силы в июле. Не перегружайте себя в выходные, уделяйте время отдыху и обязательно эмоционально разгружайтесь. Занимаясь творчеством, спортом или выезжая на природу, сосредотачивайтесь только на положительных эмоциях и созидающих мыслях. Это обязательное условие. А значит, на любовном фронте близнецов ждет следующее. Честность и прямота в выражении чувств – это лучшие помощники в личной жизни. Помните, что всех людей изначально привлекают те, кому можно доверять. Внешняя привлекательность, финансовая состоятельность и общительность, конечно, чрезвычайно важны, однако настоящую ценность имеет моральный облик человека. Если вы покажете, что готовы хранить тайны, не признаете предательство близких людей и всегда с охотой встаете на защиту интересов своей семьи, то это на самом деле станет отличной основой для создания отношений. С финансовой стороны близнецов ждет следующее. Стремление к финансовой защите может привести близнецов к противоположному результату. Прилагая все силы, чтобы добиться независимости и состоятельности, некоторые близнецы утратят перспективы и перестанут стремиться к своим целям. Не позволяйте меняющемуся миру лишать вас желаний и амбиций. Всегда стремитесь реализовать свой потенциал, поскольку он откроет новые двери для роста и повышения дохода. Перед близнецами стоит сложная задача, им необходимо сохранять объективность и даже хладнокровие, но при этом следует постоянно собирать и анализировать информацию. В июле вам могут предложить новую работу, либо более высокооплачиваемую должность. И поверьте, не спешите соглашаться, для начала постарайтесь выяснить, что именно будет входить в ваши обязанности. Не станет ли новая должность тяжким бременем, за которое вам не будут достойно платить. Размышляйте над каждым шагом и относитесь к подобным предложением серьезно и осторожно. Также необходимо соблюдать порядок в выполнении своих обязательств. Если вы должны выплачивать дополнительные налоги, заботьтесь об этом регулярно и своевременно. Не позволяйте себе отклоняться от плана погашения кредита, поскольку именно этот момент определяет вашу финансовую состоятельность. Распределяйте средства так, чтобы все долговые обязательства исполнялись без опозданий. Это сохранит ваши нервы, здоровье и, конечно же, настроение. Ну а теперь займемся здоровьем. Исключите из своего распорядка дня все занятия, впустую отнимающие ваши силы. К таким занятиям могут относиться и развлечения. Если после них вы чувствуете усталость, головную боль или моральное опустошение, то от такого досуга лучше отказаться. Компьютерные игры, просмотр сериалов и общение в социальных сетях. Это те виды отдыха, которые кажутся доступными и понятными, но на деле они могут отнимать у близнецов время, которое можно потратить на сон, чтение или восстановление душевных сил. Также близнецам необходимо учитывать солнечную активность при выборе времени для прогулок
или отдыха. Если вы собираетесь в отпуск, то обязательно запаситесь косметическими средствами для защиты от ультрафиолета. Обладателям чувствительной и светлой кожи лучше воздержаться от прогулок под палящим солнцем в течение всего дня. Ну а вместо этого выберите время до 10 утра или после 5 вечера. Такие предосторожности защитят вашу кожу, слизистые оболочки и внутренние органы от перегрева. Ну и собственно, как итогом, подобьем месяц понедельно и начнем, конечно, с первой недели июля. А это с 1 по 7 июля, чувствуя прилив вдохновения, займитесь благоустройством своего дома и прилегающей территории. Поверьте, первая неделя подходит для ремонта, покупки декоративных предметов интерьера. В общем, занимайтесь в сфере дизайна и ремонта. На второй неделе, та, которая с 8 по 14, все-таки не отказывайте себе в желании пойти на свидание или просто встретитесь с друзьями. Обязательно займитесь спортом, посетите бассейн, организуйте любительский матч или запишитесь в тренажерный зал. На третьей неделе, а она же еже с 15 по 21 июля, уделите внимание своему моральному облику, начните больше читать. Если в прошлом вы переживали психологическую травму, эти душевные раны дадут о себе знать. Обратитесь за помощью к психологу или поделитесь переживанием с лучшим другом или близким родственником. Ну и наконец, четвертая неделя, она же с 22 по 28 июля. Завершите месяц на позитивной ноте. Постарайтесь подвести итоги, вознаградить себя за достижения, рекомендуется провести выходные с детьми, если они есть. Посетите с ними зоопарк. Ну или с друзьями, а также с любимым человеком, если нет детей. Кукольный театр, просто театр, или какую-нибудь близлежащую выставку, или какие-нибудь развлекательные мероприятия. Вот, собственно, и разобрались, а что же там ждет близнецов в июле. А потому смею откланяться. Благодарю вас за внимание, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Скоро увидимся, до новых встреч. Пока-пока.